Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал «Ваша дача». И сегодня мой рассказ будет о самых ранних, самых неприхотливых цветах весны. Мне посчастливилось в этом году быть в более южном регионе весной. Я буду показывать вам не свои цветы, но они также прекрасно зацветают во всех регионах, только чуть позже. Обязательно подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Будет много важного и интересного. Будут информационные статьи, розыгрыши и многое другое. Прекрасным, ранним, неприхотливым цветком, который может расти в любой зоне, является карликовый ирис. Карликовые ирисы по уходу похожи на ирисы большие, но у них есть одна особенность. Они очень быстро, легко разрастаются и цветут очень рано. Цветут вместе с подснежниками, пролисками, с самыми первыми цветами. Ирисы, конечно, лучше всего смотрятся группами, поэтому надо высаживать по несколько клубней на расстоянии друг от друга. Расстояние должно быть не ближе 50 сантиметров. И самое главное для ирисов, что они могут вымокнуть и перегреться именно летом. Поэтому делаем ним как бы возвышенность, не заглубляем. И в этом случае это абсолютно неприхотливый, красивый цветок, который ранней весной просто радует душу и делает хорошее настроение. Еще один чудесный луковичный цветок – это гиацинт. Гиацинты, как и все раннецветущие луковичные, высаживаются осенью. Высаживают их не очень глубоко, заглубляя на две глубины луковицы. Преимущество гиацинтов, что их не надо часто пересаживать. Они могут на одном месте расти до 10 лет. И достаточно только рыхлить почву вокруг гиацинтов в течение лета и не давать застаиваться в воде. Гиацинты сами нарожают деток и размножатся. Очень красиво будет смотреться, если посадить три разных расцветки. Со временем это будет трехцветная полянка. Конечно же, нельзя представить весну без нарциссов. Причем нарциссы сейчас есть и большие, крутые гибриды, которые зацветают рано. И обычные нарциссики, которые легко разрастаются. Тоже их сажаем группками, высаживаем осенью, летом. По 2-3 штучки надо высадить, дальше они разрастутся. Нарцисс хорош тем, что его не надо часто пересаживать. Он может расти на одном месте и 7 лет. Это очень удобно, сильно он не разрастается, а с каждым годом цветение все больше и больше, лучше и лучше. Поэтому заводите такой неприхотливый цветок. Еще одно, мне кажется, самое удивительное разноцветущее растение – рябчик императорский. Он может выращиваться в любой зоне, не только на юге. Рябчик из семейства лилейных. И выглядит он ранней весной очень эффектно. Высокий стебель, корона оранжевых цветов, которые держатся довольно длительно. Посадку луковиц лучше делать осенью. В холодной зоне надо хорошо на зиму укрывать. У рябчика много достоинств, кроме его необыкновенной красоты, еще и неприхотливость в уходе и размножении. Он отлично размножается детками. Единственное, что надо обязательно выполнить для хорошего цветения, это обеспечить ему самое солнечное, теплое место. Мускари. Прекрасный, просто самый ранний цветочек. И посадив несколько клубенек, вы получите неимоверно много посадочного материала уже в первые годы. Мускари как раз относится к тем цветам, которые надо пересаживать. Хотя бы раз в 3 года надо выкопать. Этот абсолютно неприхотливый клубень можно даже в любое время, можно среди лета, не обязательно осенью. И выбрать большие, а мелкие выбрасывать, так как мускари с каждым годом будут мельчать, а деток они приводят больше и больше, даже сотни деток может быть. Такая же красота получается, как и у нарциссов, и ирисов, именно
отдельными полянками. Поэтому 3-5 клубней этого достаточно, чтобы через пару лет вы получили вот такую красивую небольшую куртинку. Про тюльпаны я даже не буду говорить. По-моему, всем известно, что тюльпаны имеют много сортов. Есть очень ранние экземпляры, которые вот зацветают вместе с первоцветами. Получилось так рассказать только про луковичное растение для начала. В следующем видео расскажу про травянистые растения, которые тоже являются первоцветами, многолетниками и очень неприхотливы. А на этом сейчас я с вами прощаюсь. Всем крепкого здоровья, мирного неба и до новых встреч!